Я тебе рожу расквашу! Ну все, с меня хватит. Этот мой. Я его схвачу! Иди сюда! Черт!
окоп! Иди сюда!
приготовься! В атаку! Хрен тебе, сволочь! Займусь! Подлюка!
Подлюка! Подлюка! Подлюка! Подлюка! В атаку! Подлюка! И дальше... Подлюка! Thank you.
Приготовься! Защищайте себя и всех, кого любите. Собирайте боеприпасы, которые все еще можно найти. Сейчас у меня нет времени. Идите в бой без страха. Наше будущее будет безоблачным. С вами Герберт. У меня нет на тебя времени. Что ты думаешь о клириках? А что про них думать? Тут толком ничего не скажешь. Эй, тебя разговорить пытаться все равно, что зубы драть. Но я тебе уже нравлюсь. Я чую. Если хочешь что-то купить, обратись к моим торговцам. Они продадут тебе все, что нам не нужно.
А как насчет вот этого? А, дай-ка сюда. Ой, не могу! Кто впарил тебе этот хлам? Кое-кто сказал мне, что ты у меня его примешь. И что я должна делать с этим бесполезным куском металлолома? Бесполезным? Это золото. Да ты что? Присмотрись-ка. Это просто кусок железа, крашенный под золото. И я даже не уверена, что это именно железо. Твой кое-кто тебя просто надул. Это точно? Ты уверена? На 100%. Хотя, скажу тебе, делал эту штуку настоящий профи. Кто это был? Я так поняла, он меня знает, так? Он назвался Хэнком. Нет, не знаю такого. Но с такой профессией только идиот будет называться настоящим именем. Кто бы это ни был, он думал, что я поведусь на его подделку. Не догадывался, дурачок, что я не просто торговка. У меня на такие штуки глаз намётан. Эй, если поторопишься, может, успеешь его поймать, пока он не сбежал. Что ты тут делаешь? Я сортирую и распределяю поставки для замка, поэтому на болтовню у меня времени нет. Если ничего не хочешь брать, уходи и не задерживай. Может, тебе помочь? А, так вот зачем ты пришел. Тебе работа нужна. Ну, если ты не против помочь, припасы мне всегда пригодятся. Так что, если у тебя есть какая-нибудь долгоиграющая еда, которая тебе не нужна, можешь отдать ее мне. У нас тут серьезные проблемы. Пропал наш торговый караван, а без него никаких поставок. Караван? А что с ним случилось? Хотела бы я знать. Он давно уже должен был прибыть. Раз тебе работа нужна, найму-ка я тебя разыскать их и помочь, если они еще живы. Да мы с этим в два счета разберемся. Стоить будет 3000 осколков. С каких пор ты у нас за главного? Эй, я просто пытаюсь поправить наши дела. В таком случае мы лучше обсудим подробности наедине. Так насчет каравана. Откуда мне начать поиски? Думаю, они должны быть где-то неподалеку. Они пропали уже на обратном пути от берсерков сюда. Так что ищи где-то между фортом и замком. Я найду их. Будь так любезен. Если тебе удастся восстановить торговый путь, я щедро тебя вознагражу. А если они мертвы, ну, я хотя бы пойму, что их больше не стоит ждать. У меня есть для тебя кое-что. Ты учти, я принимаю только крупными партиями. Одна банка консервов мне погоды не сделает. Ладно, показывай, что принес. Этого мало. Этого мало. Этого мало. Этого мало.
Нарываешься, что ли? Слушай, прекрати, а! Что за глупость? Я займусь! Как-то все обошлось в итоге чудом. Повсюду хищные твари. Без оружия шагу не сделаешь. Хорошо, что ты нас нашел. Это случайно не тот торговый караван, за которым меня Вивиана отправила? Слава Калаану! Тебя прислала Вивиана. Я уж боялся, что нас со счетов списали. Твоя помощь нам бы очень пригодилась. Для начала расскажи, что случилось. Не знаю даже, с чего начать. Мы хотели пройти новой дорогой, она короче. И опаснее, конечно, но мы все равно решили рискнуть. На полпути из форта в замок на нас напали. Мы бросились бежать вверх по склону. Где-то там мы с одним из охранников стволы и потеряли. Вы оба потеряли оружие? Ха, если б только мы двое. Кое-как мы спаслись от грабителей и увидели лачугу. Решили спрятаться там на время. А пока мы туда поднимались, выползли эти гребаные рогопсы и напали на нас. Ну, мы опять в бега. Добежали сюда. И оказалось, что второй мой охранник по пути тоже оружие потерял. Вот так и торчим. Оружия нет, зато хищники со всех сторон. Сам видишь, твоя помощь нам бы очень пригодилась. Ты хочешь, чтобы я поискал ваше оружие? Мы были бы очень благодарны, да. Нам никак нельзя возвращаться в замок с пустыми руками. Уж лучше пусть нас тогда рогопсы сожрут. И где потерялось ваше оружие? Два комплекта мы потеряли по пути сюда. Поищи на обочине дороги. Последний комплект где-то тут должен быть повыше. Но мы никак не можем его отыскать. Как найдешь, пожалуйста, сразу тащи нам. А то я без оружия чувствую себя как-то неуверенно.
Я нашел ваше оружие. Отлично! Наконец-то! Теперь можно и в путь трогаться. Прости, мне нечего дать тебе взамен. Я здесь по поручению Вивианны. Она мне и заплатит. Ах, да, конечно. Ты же говорил. В таком случае не стану тебя задерживать. Как же здорово, что мы можем снова тронуться в путь. Еще раз спасибо тебе. Думаю, еще свидимся. Да благословит тебя Калаан. Так насчет каравана. Я помог торговцам, и они вернулись на маршрут. Отлично! Ой, спасибо. Надеюсь, я скоро получу свои грузы. Я обещала заплатить тебе. Вот, держи. Спасибо. Ну, до встречи. И не забудь, если у тебя появятся припасы на продажу, я с удовольствием их приму. Неплохо!